Рецепт приготовления мексиканского бутерброда с начинкой из бекона, яиц, сыра, лука и листьев салата. Обжарить бекон, слить жир из сковороды, там же поджарить стейк с обеих сторон, затем поджарить яйцо, разрезать булку пополам, смазать обе части майонезом, положить внутрь стейк, ветчину, ломтик сыра, яичницу, бекон, листья салата, ломтики помидора и лук, подавать сразу же. Список ингредиентов в конце видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Полоски бекона 2 штуки, филе миньон 4 штуки, соль 1 щепотка по вкусу, черный перец 1 щепотка по вкусу, яйцо 1 штука, булка 1 штука, майонез 2 столовые ложки, ломтик ветчины 1 штука, ломтик сыра 1 штука, салат латук 1 штука, помидоры 2 штуки, луковица 1/2 штуки, количество порций 1. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До новых встреч!